сквере строителей прошла встреча с пульмонологом, посвященная борьбе с бронхиальной астмой. Послушать лекцию и задать вопросы пришли десятки человек. Анатолий увидел объявление в интернете и тоже решил не проходить мимо. В больнице по месту прописки пульмонолога нет, а такой формат прогулки с доктором позволяет узнать информацию по своему заболеванию, получить рекомендации, а также записаться на прием к конкретному специалисту. Я видел объявление по телевизору и в интернете. Но я инвалид третьей группы, у меня хобла, и поэтому я хотел пульмонолога послушать. Может, такие рекомендации дадут. В этот раз на встрече обсудили проблемы бронхиальной астмы, факторы риска и как оказывать помощь самому себе. Бронхиальная астма – распространенное хроническое заболевание. Стоит отметить, с каждым годом заболеваемость растет. Отмечается рост. Это связано и с тем, что достаточно много курящего населения. Связано с тем, что есть определенные экологические проблемы. Есть аллергализация населения. Связано с тем, что у нас очень много продуктов, скажем так, хороших, а есть продукты, которые содержат всевозможные красители, аллергены и так далее. То есть все это способствует некому росту заболеваемости. Бронхиальную астму нельзя излечить, но можно жить полной жизнью, работать и заниматься спортом. При правильной терапии можно освободиться от симптомов и реже испытывать приступы. Кирилл Савосин, Сергей Кудаков, Ул Правда, ТВ.